Сейчас повсюду, особенно в западном мире, наблюдается такая тенденция, хотя в значительной степени она уже дошла и до городской Индии. Вы хотите определиться. Вот оно. Видите ли, я все время пересматриваю свою жизнь. Все время. Стоит ли мне продолжать быть садхгуру, или мне стоит стать поваром, вернуться к мотоциклам, или мне следует заняться чем-то другим, или просто играть в гольф, или заниматься чем-то еще, или просто бездельничать. Почему бы и нет? Я всегда рассматриваю такую возможность. Каждый день. И все же я принимаю решение, что лучше заниматься этим. Да. Я не решил окончательно. Я все еще обдумываю. И именно поэтому это ценно. Не потому что я давно решил, у меня нет выбора, я продолжаю делать то же самое, потому что застрял в этом. Природа ума такова, что он является разумным и живым, только в том случае, если постоянно пребывает в поиске. Если же ум приходит к выводам и решениям, то это бестолковый ум, он также бесполезен, как деревяшка. Каждое мгновение он взвешивает, анализирует, только тогда это активный ум. Просто вы делаете выбор. Вы должны быть радостны в своем замешательстве. Вот и все, что я хочу сказать. Люди сбиты с толку и несчастны, потому что у них есть представление, что они должны быть... Они думают, что все успешные люди четко определились и приняли свое решение. Нет. Таковы только фанатики и полные дураки. Тот, кто успешен, постоянно держит глаза открытыми для всего и вся, да? Так что это представление, что вы должны определиться в своем уме, это глупая идея. Важно, чтобы каждое мгновение был выбор во всем, что вы делаете. Жизнь становится прекрасной, потому что появляется огромная радость от того, что вы хотите делать что-то прямо сейчас. Я делаю что-то, потому что решил так 10 лет назад. Разве так вы сможете получать удовольствие от того, что делаете сейчас? Так что каждый день утром вы встаете и не знаете, что будете делать. Это идеальный способ вставать. Да? Это не значит, что каждый день вы будете делать разные вещи. Даже если вы делаете одно и то же, это происходит по вашему выбору. Тогда это позволяет вам оставаться живыми во всем, что вы делаете, потому что вы делаете это по своему выбору. И этот выбор вы делаете сейчас. Вы могли сделать один и тот же выбор 10 тысяч раз за последние 10 лет. Это не имеет значения. Сейчас вы снова делаете активный выбор. Это очень важно. Только тогда вы будете оставаться живыми по отношению к жизни. Иначе я сделал свой выбор. Это станет тяжелым грузом. Я сделал свой выбор давным-давно, поэтому я должен делать это сейчас. Это очень обременительный процесс для жизни. Так что замешательство намного лучше, чем глупые выводы, которые люди делают о жизни. Единственное, вы должны научиться наслаждаться замешательством. Да, я прилагаю немало усилий для того, чтобы вы были в замешательстве. Да, кто-то считает, что правильно вот это. Один единственный глупый вывод. Сколько родителей мучают своих детей? Сколько? Они их любят, но они их мучают, они ломают их каждый день. Да или нет? Они любят их, они считают их светом своей жизни, но каждый день мучают их. Потому что думают, что надо поступать вот так. Почему вы не можете каждое мгновение смотреть, что приносит максимальное благополучие для этого и для всего остального? Почему мы этого не можем? В чем проблема? Итак, если вы не знаете, как сделать этот выбор, если он ставит вас в тупик, проблема в том, что нет любви или приверженности чему-либо. Если есть безмерное чувство любви к чему-то, все эти вещи встанут на свои места. Вам не нужна мораль, вам не нужны ценности, вам не нужна этика. Если вы осознанный, вам ничего этого не нужно. Предположим, это невозможно, тогда следующее, что у вас есть, это глубокое чувство любви. Если оно у вас есть, вам опять же не нужны никакие ценности, вам не нужна этика, вам не нужно ничего, потому что о том, что вы любите, вы позаботитесь наилучшим образом. Потому что люди думают, что любовь — это душещипательные разговоры, все эти «я люблю тебя, ты любишь меня»,
Вся эта ерунда, звучащая повсюду. Нет, это очень глубокое чувство целостности и преданности, не так ли? Когда вы искренне любите что-то или кого-то, возникает невероятное чувство целостности с этим. Вы никогда не сделаете ничего плохого тому, кого любите, если вы любите искренне. Если любовь — это схема взаимной выгоды, тогда другое дело. Вам нужно что-то построить. Если у вас нет ничего, то возможность этого ума рассматривать и пересматривать все каждое мгновение становится болезненным процессом. В противном случае это становится фантастическим процессом. Вы должны стать либо осознанными, либо, по крайней мере, любящими, да? Как только вы это обретете, тогда вы увидите, что ежедневное размышление не будет болезненным, оно будет очень радостным и чудесным.